тогда миллионные массы рабочего класса шлют свой привет органу, раскрывшему деятельность этой группы, часовом революции ОГПУ, когда они высказывают свою готовность стать грудью на защиту СССР и заплатить кровью, лишениями и страданиями за право и возможность строить свое государство социалистическое. Так как они хотят и умеют строить его под идеей и во имя подъема мирового пролетариата и мировой революции, есть мировые массы пролетариата также смотрят на СССР, как на вождя и путеводную звезду в борьбе за освобождение человечества, когда в этой борьбе против нас поднимаются и консолидируются все силы, отживающие свой век буржуазии и, предчувствуя свою гибель, конкретно ставят вопрос о конкретных сроках уничтожения СССР, в этот момент, когда поднимаются эти волны новой борьбы, когда предвидится, может, объективная неизбежность этой встречной схватки двух миров, все то, что у нас здесь в СССР могло помогать, могло оказывать содействие, все должно быть сметено и уничтожено раз навсегда. Государственное обвинение требует от специального присутствия Верховного суда расстрелов всех до одного посмертного. Заседание объявляется закрытым.